Переход дороги по зебре вовсе не гарантирует безопасность. В этом убедились две жительницы города Кинешма. Девушки переходили дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В этот момент на них, не снижая скорости, наехал автомобиль марки «Опель». Водитель, убедившись, что девушки живы, покинул место ДТП. Пострадавшие с различными травмами обратились на станцию скорой помощи. Обеих медики доставили в ЦРБ. Сотрудники ГИБДД в ходе розыскных мероприятий задержали водителей иномарки. Свою причастность к происшествию мужчина не отрицал. На него составлен протокол по статье 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. По данной статье, значит, за оставление места дорожного происшествия по статье 12.27, значит, предусмотрено лишение водительского удостоверения на право управления транспортным средством от года до полутора лет, либо арест до 15 суток. Дальше будет предусмотрена ответственность по уже факту